Итак, команда «Золотой» очень уверенно со счетом 20-0 победила «Измир» из Турции. И на наши вопросы согласился ответить Иван Марковец. Иван, пожалуйста, прокомментируй ход поединка. Все круто, все хорошо. Во втором тайме немножечко добавили и сделали самую большую разницу для этой команды. Стояла ли какая-то задача, может быть, спортивный директор сказал, с каким счетом нужно сегодня победить? Минимальная задача была забить 18 мячей, так как до этого турки вроде 17 пропустили. Нам надо было забивать 18, подтверждать свой класс, что мы, собственно, и сделали. Ну, Иван, конечно же, поздравляем. Мы тебя сегодня с днем рождения, всей нашей дружной компании здесь, из Москвы, из континентальной футбольной лиги. Сколько же лет тебе стукнуло? Об этом не принято спрашивать. Ну, еще раз, победы. Покажи еще из Юпитера, ребят.